Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Motorola Moto G50 можно сканировать QR-код. Заходим в линзу, после чего сканируем наш QR-код, нажимаем на ссылочку, которую нам показывают, и нас перебрасывает на сайт, в котором у нас был QR-код. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!